«Сила в единстве народов и сохранении традиции». Под таким девизом прошел 27-й фестиваль средств массовой информации в Самаре «День прессы 2022». Свою концепцию «Дружба народов» представили почти 30 площадок ведущих СМИ региона. На каждой из них побывали губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина и председатель Союза журналистов Самарской области Ирина Цветкова. Как у вас настроение там? Хорошо. Почетные гости поздравили работников телевидения, радио, интернет-ресурсов и печати с профессиональным праздником. Поздравляю вас с праздником. Я уверен, что такие праздники объединяют людей. Действительно, стирается граница между телеведущим и зрителем, между средством массовой информации и всеми, кто с благодарностью воспринимает вашу работу. Я рассчитываю, что вместе, объединив усилия, мы, конечно же, преодолеем все сложности. И наша страна, наша Самарская область будет краше и сильнее. Мне бы сегодня хотелось сказать огромное спасибо нашему губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, потому что действительно все эти годы мы вместе. Спасибо нашему мэру Елене Владимировне Лапушкиной. Она очень скромный человек, она трудяга, она не любит произносить речи, она просто честно относится к работе. И мы видим, каким красивым становится наш город. Спасибо за поддержку нашего фестиваля. Спасибо всей вашей команде. А команда телеканала «Самара ГИС» устроила для гостей своей площадки настоящий межнациональный праздник под аккомпанемент муниципального духового оркестра, который исполнил музыку всех народов, проживающих на территории региона. ГИС со дня своего основания и наш оркестр, мы всегда в контакте, всегда дружим, всегда друг друга поддерживаем. И лучшие программы наши были уже показаны и, надеюсь, будут показаны на ГИСе, который смотрит вся Самара. Наши добрые пожелания журналистам, творческой группе всего ГИСа. Калейдоскоп ярких образов здесь и зажигательные русские народные танцы, и выставка еврейской моды, и традиционные мордовские напевы. Радуем наших дорогих гостей города нашим репертуаром, костюмами, настроением и показываем свою солидарность, наше мирное существование на этой земле сегодня. Улида Симби Мастерс Таза. Будьте все здоровы, вся страна. Покорили гостей площадки напевы древнего армянского инструмента дудука. Это релакс, это все хорошее, поверьте мне. Это расслабление, это эмоции, это жизнь. Самара – многонациональный город. Очень приятно выступать со всеми. Сегодняшнее мероприятие я считаю очень полезным для города, для страны, для всех живущих в Самаре. Ведущие праздника постоянно разыгрывали призы от партнеров телеканала. Буратино, еще версии есть? Это и конкурсы на площадке, где гости моментально получали сертификаты на картинг от Crazy Карты, сладкие подарки, кукурузные палочки «Рузик», лимонады от АО «Жигулевское пиво», а также сертификаты в стоматологическую клинику «Эденталь». Были также розыгрыши в социальных сетях. Фотографируйтесь на площадке телеканала «Самара ГИС», подкрепляйте фото хэштегом «Своих не бросаем» «Самара ГИС» и выкладывайте в свои социальные сети. Мы отберем лучшие снимки, наградим авторов карты «Фитнес-клуб «Физкультура» билетами в театр «Камерная сцена». Торопитесь! Для детей на площадке организовали мастер-классы. Дети приучаются у нас к народному творчеству, ну, делают вот такие работы. Гости фестиваля танцевали и веселились в сопровождении энергичного хомяка Рузика. Прекрасный праздник, настроение прекрасное. И пусть эти праздники будут как можно чаще для того, чтобы на душе было тепло и уютно. Войдя в парк, мы уже все в движении, танцуем. Люблю это событие, каждый год стараюсь посещать его, потому что очень интересно и очень ярко, красочно.
Завершился праздник награждением победителей фестиваля. Площадку «Самара ГИС» традиционно признали одной из лучших. Жюри оценило вклад телеканала в жизнь города. Напомним, что сегодня «Самара ГИС» – это один из самых оперативных информресурсов в региональном интернет-пространстве. Мы одними из первых выдаем информацию в наши социальные сети. Общее число наших подписчиков превышает 77 тысяч. Наши сообщения в сетях ежемесячно охватывают более 768 тысяч пользователей, а просмотры на видеохостингах – более 300 тысяч. Мы присутствуем на всех актуальных платформах – ВКонтакте, Телеграм и Одноклассники. В наших соцсетях только самые свежие новости. «Самара ГИС» – включись в жизнь города. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, Константин Головин. События.